О! Это что такое было у пельца? Рычит сильно. Ну вот уже лидер у нас есть один. Вот уже почти до нас добрался. С противоположной стороны. Молодец, молодец. Потому что это достаточно действительно трудно. И то, куда он доехал, это уже... Вот. Не спеша, ЦФ мото двигается. О, пелец забрался в лужу, ребят. Смотрите, как он объехал для того, чтобы это самое. Побоялся он, видать, спрыгивать в канаву. И поехал вот там уже по луже. Сейчас здесь должен проехать. Так сказать, проплыть должен. Надо отдать должное, в машине чисто, вот она до сюда доехала, и грязью ее не закидывает так сильно. Я не знаю, с какой скоростью она ехала, но вот это да, можно сказать, что удачно достаточно. Обувь у меня вообще не протекает. Здорово. Здорово. Мы с тобой в одном чате, в Дмитровские здорово. Болота, Миша, который АТВ путешествует. Я понял. Вот. Все, никак вживую хотел. Да, он типа эвакуировать будет сейчас. Thank you.
встал посередине. Эвакуация, вот. Что ли? Вытащите его. А вон пелец пошел туда. Сейчас посмотрим, если не вытащит, вытащим. А, ну все он, да? Да, он все. Первая жертва. Так, ну вон там уже сетку порвали. Наверное, там и проедем. Так, у вас конкурент появился. А мы сейчас. А сейчас посмотрим. Кто конкурент? Кто жертва? Сейчас посмотрим. Это наши ребята. Да-да-да, вот мы только не любим, когда фонтаны грязи летят. Давайте. Закрывайте капоты. Спасибо, что вытащил. Спасибо. Давай запеть. Ты сейчас опустим. Никак. А, и сами сидите уже. Сами уже сидите. Сейчас возьмем сами крюк. Давай чуть-чуть назад, да? Да. Ну вот так. Пусть отпускает его. Давай. Закрывай дверку-то, поедем, отъедем. Трос обновят сейчас. Я говорю, трос сейчас вам обновим. Я же не могу. Я же не могу. Тебя вытянет туда. Давай накину. Вот так, Гер, смотри. Мало. Ну, можешь, да, так накинуть. На излом, правда, будет. Лучше петлю сделай. Еще давай. Не, Миш, на петлю сделай, застегни крюк на... Вот, ну, да-да-да-да-да, вот так. А мы его так потащили, да? Да, но он сейчас зароется. Куда-то вот сюда, вот, потому что чтобы ты на пни не налетел. Ну да, там же, кстати, просто.
не убегают. Да? Очень короткая база, поэтому очень большие такие клетки. Да, очень маленькие. Слушай, это мегафон написано. Да. Ну что ты? Пошли! Потихоньку, потихоньку. Все. Стой, 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 хорош. Бревно будем вынимать. Бревно, бревно поймали, подвеска. Вперед пошли. Давай. Пошли, Гер. Потихонечку. Сейчас оторвется. Встаем, Гер. Хорош. Все, все, все. А? Все. Хорош, хорош, все. Тоже сидит там, да? Да? Тоже эвакуация? Мы его если выдернут, он сам уедет. Просто он сейчас сам подъемник. Сейчас этого вытащим. Он живой. Давайте сейчас. А? Отпустите. Раскакивают ролики.
Дай камеру. Тише, тише. Тащить, да? Да, да. Поехали. Да, Василич, трогай. Поехали потихоньку. Ну, сейчас опять Билет сломался, что-то у него сломалось. Ну а что, от этого никто не застрахован. Думаю, для такой маленькой машинки это достаточно большие нагрузки. Но, тем не менее, надо отдать должность. Пилец не побоялся приехать на Ладогу и занял какое-то место. Пилец не побоялся приехать сюда, в отличие от Тираники, которую все ждали там, и резко все машины у них сломались. И они не смогли приехать. Вот это, ну, надо уметь. Вернее, надо понимать, что это совершенно другие, разные классы машин. С Шерпом это нельзя сравнивать. Это и разная ценовая категория, это разная проходимость. Все разное совершенно. Ну что ж, поедем, подъедем, спросим, может, ребятам нужна помощь или что-то. Весело, ребят. Сейчас начнется второй заезд, будет продолжаться еще час. Ну, надо отдать должное, я думал, меньше гораздо квадроциклов проедет сюда и будет гораздо сложнее. Ну, ребята боевые, ну, конская работа у толкачей вообще. Вы видели сами, что да. Просто. Вера, давай потихонечку без рывков, плавно. Ну, так был подожди, бы. Подожди, Пелец. Даже с нами не хочет ехать. Препятствие естественное. Подсохнет, уедет. Это я, говорит, ездовых собак видел. А вот ездовых котов не видел ни разу.
Вездеходы еще эвакуируем здесь тоже. Ау! Я уже поснимал, мне скучно. Давай еще полежу, подожди. Железно садить. Давай потихонечку. Давай попробуем еще. Сейчас, подожди, сейчас они заведут. Ребят, давай. Гера, потихонечку пошли. Прям. Потихонечку. Все, хорош, хорош, хорош. Выбрал. Они в яме сами. А, давай. Стой, стой. Давай. Вперед. Еще, еще проехал. Все, выбрались. Вышли, хорош. Тундра доехала. А, вон он стоит. Красота. О, ребят, тундра сюда добралась. Красавцы добрались куда. Тундра подкачала. А? Тундра подкачала. Я не хожу никуда. Ну что, ребят, прошел второй заезд, и мы едем. И мы едем растаскивать их. Две машины, два квадрика. Вот третий квадрик идет. Третий квадрик. Да, я сейчас повернусь бочком. Куда он? Третий квадрик прошел, вы видели. Сейчас будем вытаскивать, растаскивать остальных. Кто тут нас звал-то? Выходи! Обнимемся! Ребят, рубило вообще мощно. Выехать никто не может никуда. Все сидят, все зависли. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.